Доброго времени суток, с вами Ника, и мы продолжаем проходить Call of Duty Warfare 2, операция Второе Солнце, день 5, рядовой Джеймс Рамирес, или как-то так, точно не помню. Но сейчас будем, в принципе, уже скоро заканчивать игру, потому что сейчас уже третье действие, это вроде как последнее идет уже. Третье действие, оно состоит вроде из 4 миссий, что ли, если я не ошибаюсь. Так, ну, сколько смог, столько убил. Здесь все равно по-любому умирают все. Че экономить-то надо сначала вот этого вот гранеца убить, потом... Здесь... Здесь... Ах ты, я чё-то не попал. Ладно, их так окружают, что ли, меня? Да. Вот чё, я не могу взять с него патроны, капец. Ладно, буду вот так сидеть и ждать. Красивый космос. Только что это за... О, спутник. Да, спутник. Хьюстон. Кстати, привет, Хьюстон, у нас видео. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от... Кстати, она очень темная, как я вижу. Тут вообще ее как будто засрали. Тут все светленько так. Чуть-чуточку вправо. Все. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Картинка четкая. Четко. Следи за объектом. Сейчас разберемся, что тут такое. Ну так вроде все красиво. Хьюстон, у нас на сегодня старт. Только что-то за ракета. Хьюстон, МКС. Подождите. Похоже, у нас проблема. Слушайте, это бред, это бред. Точно. Что за бред? Какая ракета? У нас же ничего не надо. Ух ты, ё, это чё, Эми? Нет, это... Да, это Эми. Оно всё электричество отрубило, а от ударной волны нас вообще выкинуло. Серьезно. И тут мы сразу переходим за второго персонажа. Почему-то без патрона или с патронами? Да, с патронами. И всех всё отключило, все вообще в шоке. Всё падает, вообще жестоко всё происходит. Черт, техника падает, все падает, ё-моё, что вы? У меня даже патронов нет. Давайте бежим, бежим, ё-моё, что вы, все взрывается, все падает. Все очень красиво, конечно, но блин, нафига все так взрывается-то? Здесь только электричество отрубило, ё-моё. Жестоко, жестоко они поступают, слов нет. Здесь-то хоть нам предложат патрончики, да, кроме... суперского моментика нам ничего не предложили. Пулемет. Вот, патрончики дали. Секундочку. Тикс вернулся. Прибавил немножко звук просто. Ну а чё? Я ждать не буду, я вместе с Фаули пойду. Ну да, не только наша, она общая, как бы. Как будто все померли. Пистолетом пользуйтесь, ё-моё, чё париться-то? Как вы думаете сами? Почему все взорвалось? Самолеты, вертолеты, чё только не упало. Не, у меня лучше. Печально. Ну ладно, пошли. Потому что я что-то особо винтовкой не хочу пользоваться, так как у нее коллиматорный. Если бы не было коллиматорного, может я ее сейчас бы и взял. Тихо, это он? Тихо. Отзыв забыл. Техас. Молодец. Ну, значит, оставил с этими проблемами, а сам убегает от них. Ну, что, бывает. Так, тут... стоп. Сейчас посмотрим. Что тут? А тут ничего хорошего. Ладно, давайте идем. Либо все-таки вот это взять. Да, в принципе, вот это возьму. Потому что тут без коллиматорного прицела как раз-таки будет очень хорошо.
там? Да тут, грубо говоря, пустая локация. Ладно, давайте. Тут сейчас немного мяска будет, если не ошибаюсь, потому что... Блин, ё-моё. Ты что, надо гранату кидать? Так, тихо. Он здесь, походу, на булочка нам вообще капитально приедет. Ну, булочка. Везде ты одна, не поможешь ты мне. Вот никогда. Так, все. Что-то я тут запелся тут. Война идет, а я запиваюсь. Ладно, давайте, короче. Кстати, вы заметили, врачи к ним не приходят. Хоть как говори, не приходят вообще. Врачи на них обиделись, походу. Что-то типа этого, наверное. Так, какая игра? Какая граната почему? Так, тут у него оказывается под ствольным гранатометом. Ладно, не будем брать. Вот эти дядик лучше сразу вынести, у них гранатомет. Сами понимаете, гранатомет — это смерть, особенно в таких узких помещениях, которые здесь на доме. Так, тихо. За ширмой, так он за ширмой. Так, что-то их вообще много. Флешку, что ли, кинуть? Чтобы разобраться, а то мало ли. Ой, что-то повисло. Сейчас ФПС упал, когда он открыл территорию, вышел. Тут вообще текстуры прям офигенные. Чё, мне нам вниз спускаться? Ты предлагаешь мне спускаться по самой открытой местности, чтобы умереть? Ну ладно, ладно. Я тебе припомню еще, припомню. Китаёза недорожший, ладно. В смысле, а где джип-то? А, это? Ну, конечно, а чё, у него пулемет? Он мертв. Почему у меня нет фонарика, он мертв? Да я стараюсь, Так, ну вроде по всем попал, несмотря на вот этот вот проливной дождик. Может, им гранату засунули? Мало ли. В танк. Ну или БТР, это БТР вроде, да. Оружие, кстати, детализировано на высоте. Вот смотрите, как оно блестит. Ага. От падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру? Ну, да, скорее всего, мерзнуть. Я что-то заметил. Не стрелять. Слушайте, это враги. Не знаю. Слегка. Конечно, враги, вы что, издеваетесь? Если бы это были не наши, то они бы вообще, не знаю, как что себя повели. Тихо, я не должен умереть, я не обязан умереть. Ну, раз что я разучился, да. Разучился сейчас. Посмотрим, что там будет. Ладно, короче, давайте так. Быстренько пройдемся. Ну, жалко, в игре не предусмотрен фонарик. Здесь все так гладко, но почему-то не выдает то, что надо. Я уж не знаю, что хуже. Уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть. Дан, блин. Да, тихо. Я что-то заметил. Хачапури. Хачапури вам. Всем, ребятки. Хачапури. Все, хачапури сел. Так. Хачапури. Все. Я мистер подствольник. Так, давайте-ка. Выходите все, кто тут есть. За бетонным? Что-то я его тут не вижу. А вот это где он. Вот где шкерится наши. Китайцы-то. Ладно, короче, возьму у него АК на время. Сейчас надо будет вроде куда идти-то, следовать за этим, ладно. Или идти самому, ладно, короче, пойду сам. Слежу. Так, тут еще один наш с флайером. Дикс. Это что, бункер какой-то? Да, кстати, бункер. Я хочу очень туда. Ну давайте откройте мне. Смотрите, какая. Эх. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут даже камера стоит, он. Security. Но. Нонс. Вис. Что-то там. Сейдинг из юзер ту хор сервис. Короче, это убежище с камерой для охранников.
Вот так. Вот закончилась миссия, кстати.